Здравствуйте. Здравствуйте. Кто это? Ваш сосед. Рашид, это ты? Нет. Меня зовут Карен. Я ваш сосед по туалету. Карен? А кто ты? Я лечу в Брюссель. Решил перед полетом зайти в туалет облегчиться. И, как назло, здесь закончилась туалетная бумага. Может быть, у вас в кабине есть туалетная бумага? Нет, здесь вообще нет бумаги. Внимание! Началась регистрация на рейс до Брюсселя. Повторяю, началась регистрация на рейс до Брюсселя. Это мой рейс. Может, у вас журнал есть? Или газета? Извините, но, к сожалению, нет. Извините, можете разменять это тысячными купюрами? Да. Прямо так и сказал? Я тебе слово в слово говорю. Слушай, я так и не понял, почему ты развелась с мужем-то? А ты бы мог жить с человеком, который и курит, и пьет, по ночам поздно возвращается и все время ругается? Нет, я бы и не смог. Так вот и мой муж не смог. Присаживайтесь. Благодарю. Слушаю вас. Я хочу приятно отдохнуть. Очень хорошо. Кстати, у нас есть специальные предложения. Египет и Анталия. Пятизвездочные отели и по довольно доступным ценам. Если хотите, можете прямо сейчас посмотреть в каталоге. Нет. Я хочу весь мир объездить. Круглосуточное путешествие. Да почему бы и нет, это возможно, но это довольно дорогое удовольствие. Деньги не проблема. Выиграл $1 000 000 в лотерею. Поздравляю вас. Честно говоря, если бы я выиграл $1 000 000, я бы, наверное, умер на месте от счастья. Мне повезло. Я отделался инсультом. Давайте подпишем договор. Скорее дай мне папку с документами. Давай, давай. Где я должен расписаться? Вот, а пока посмотрите, посмотрите. Давайте выберем каюту. Это мне нравится. Давайте выберем каюту. А вот посмотрите еще. Вот здесь, нравится? Да? Дядя Юра! Дядя Юра, как ты? А? Хорошо, Володя. Привет, дядя Юра! До свидания, Володя. Дядя Юра, чей ты вдруг вспомнил про Запорожец? Хочешь поймать хороших ребят? Давай, иди отсюда. Дядя Юр, ты друг моего отца, здесь у тебя нет проблем. Но не понимаю, что ты нашел в этом Запорожце?
Продай, добавь немного денег, купи нормальную машину. Вот X6 неплохая машина, или Lexus тебе подойдет, а то у этой машины посадка низковатая. Разобьешь, уйму денег потратишь на нее, на ремонт. Слушай, что ты от меня хочешь? Давай приезжай, не мешай здесь. А что ты делаешь, Дарья Юра, а? Прошу тебя, езжай. Дядя Юр, ты ж друг моего отца. Ради отца скажи, и я уеду прям сразу. Ну что ты ко мне пристал? Я ставлю сигнализацию на машину. Сигнализация? Кому нужен твой Запорожец? Кто его угонит? Это ваши машины угоняют, а мою машину используют как туалет. Каждый день такое происходит. Сегодня утром открыл дверь и увидел, такую кучу навалили. А ты приклей табличку «Платный туалет» и денег заработаешь. Езжай отсюда, что ты меня отвлекаешь. Посмотрите-ка сюда. Дядя Карлен, тетя Афик, сестра. Эй, куда это ты? Да. Громко говорить не могу. Громко говорить не могу, говорю. Да, подумали, ты не поедешь. Вот мы и пошли без тебя. Пришел уже? Тогда поднимайся. Сегодня ночью мы у него останемся. Да-да. Да, поднимайся. Надо же так кинуть нас, а? Тетя Фиг, сестра. Давайте, идите, отдохните. Завтра тяжелый день. Надо вырыть могилу, дорогу перекрывать, катафалку заказывать. А еще куча таких же неприятных дел. Идите, поспите. Мы ночью посидим у своего друга. Так, я не понял, вы че не идете? А ну все давайте отсюда. Все, валите. Идите отдыхать, говорю. Так, панихида закончилась. Все, дядя Карлен, все. Тетя Фиг, все. Сестра, все, идите спать и никаких в туалет, чтоб я не слышал. Пришел? Это как же ты обкурился? Вот так-то. Ребята, включите телевизор, а? Слушай, наш брат умер, а ты говоришь, включите телевизор. Вы водку купили? Да, купили.
А черный торт заказали? Да, заказали. А соседским пацанам сказали, чтоб завтра венки несли? Брат, ну я прошу тебя, включи ты телевизор. Слушай, ты, тебе говорю, наш брат умер, а ты говоришь, включите телевизор. Ты чё? Ребята, вы пока ничего не понимаете. Вачо был таким мужиком, в жизни боялся всего двух вещей. Дантиста и темноты. Дантиста, понятно. А темноты почему он боялся? Он что, ребенок? Что? А представь, сколько в темноте может быть дантистов. Врубаешься, нет? Оно и видно, что нет. Не понимаете, кого вы потеряли. Ребята, да включите вы этот телевизор. Слушай, тебе говорят, Вачо умер. Смотри сюда. Вачо умер. Слушай, я понял, что он умер. Ну что теперь, кроме Вачо, никто больше телевизор включить не может. Что за неуважение к покойному, эй? Привязался со своим телевизором. В другом месте не можешь посмотреть, что ли? Эй, я вас прошу, уведите его отсюда. Я не выдержу просто. Ты что? Тебе говорят, Вачо умер. Телевизор включить, телевизор включить. Дома посмотришь свой телевизор, видишь? Брат, извини его, пожалуйста. Он сам не понимает, что говорит. Телевизором. Включите телевизор. Дома посмотришь телевизор, эй!